Привет, привет, мои дорогие, я вас приветствую. Сегодня у нас будет прогноз на 1 апреля. 1 апреля 2023 года. Итак, сегодня у нас карта, у нас колода, кстати, Ленорман. Мы смотрим сегодня на этой колоде прогноз. И в рамках минуты солнце. Солнце – это энергия, солнце – это счастье. Сегодня будет удачный день, мои хорошие. Сегодня возможен позитивный исход, если вы запланировали какое-то дело, запланировали какую-то встречу, может быть, какие-то подписания договоров, да, либо там собеседование, будет позитивный исход. Настраивайтесь на это. Сегодня вас ожидает хорошее здоровье, то есть люди, которые, возможно, в последнее время себя чувствовали, может быть, не очень хорошо, сегодня вам станет хорошо, потому что это карта здоровья, это карта энергии, это символ жизненной энергии. Это карта успеха во всех сферах жизни, которые сегодня будут затронуты вами. Ну, в рамках минуты, наверное, это все. Единственное, скажу, что эта карта смягчает какие-то негативные моменты, поэтому если вы чего-то боялись делать, боялись, ну, не знаю, что-то начать, возможно, да, или что-то там обратиться к кому-то, или вот какой-то такой момент, сегодня этот момент будет смягчен по этой карте. Поэтому, мои дорогие, рискуйте, дерзайте, потому что смысл жизни быть счастливым, делайте для себя все сейчас, сегодня, и не откладывайте жизнь на потом, на завтра. А я вас люблю, целую, и до встречи завтра. Пока-пока.